Рады приветствовать вас на нашем канале, дорогие зрители. Сегодня мы сообщим вам отличную новость. 25 сентября на Первом канале состоится премьера нового сериала «Спроси Марту». В центре сюжета история красивой и успешной женщины Марты. Она построила блестящую карьеру адвоката. Правда, выбрала для себя особую специфику. Марта берется за дело, только если к ней обращаются женщины. При этом в зале суда ей нет равных. Все процессы она доводит до конца, выигрывая у других сторон. Марта не гнушается использовать и методы, которые едва ли можно назвать законными. Она готова пойти на все ради положительного вердикта в пользу своих клиенток. Все изменяется после того, как на кон будет поставлена ее собственная жизнь и судьба ее ребенка. В этот момент она будет вынуждена признать свою собственную беспомощность и то, что она сама не в состоянии справиться с ситуацией, и ей требуется защита со стороны. Премьера сериала стартует с 25 сентября на Первом канале. Если вам понравился мой обзор, ставьте лайк под видео. Приятного просмотра!